Ребят, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне в гости! Начинаем сегодня с вами новый влог. Влог сегодня начинаю утром. Всех отправила детишек своих в школу. Муж у меня сегодня вышел первый день на работу после отпуска. Так что, как в старые добрые времена, сажусь завтракать. Вас, конечно же, беру с собой. У меня сегодня на завтрак кружка кофе и творог. Вот такой вот мягкий творог, я его кушаю без сметаны, без сахара, вообще без каких-либо добавок, просто кофе и творожок. Всем, кто сейчас тоже будет кушать, приятного аппетита! Девчонки, немножко поболтаем с вами, сейчас расскажу вам наши последние новости. Ну, их не так на самом деле много, но все же есть кое-какие новости. Первая новость – это то, что мы решили продать с Мишей лодку. Кто помнит мои летние влоги, те знают, что на берегу реки Волга у нас есть небольшой домик, есть лодка, лодочный мотор. И вот мы очень любим там отдыхать, кататься на лодке и все прочее. В общем, девчонки, решили мы продать лодку и купить другую. У нас, в принципе, неплохая лодка, довольно хорошая. Хотя она не, ну, как бы год у нее такой, ну, очень такой, не молода, скажем так, лодка. Но она очень хорошая, в очень хорошем состоянии. На самом деле мы ее уже продали, девчонки. Это я вам уже рассказываю. Так, спустя несколько дней после того, как мы ее продали, мы продали лодку и будем покупать другую. Будем брать лодку уже не металлическую, лодку ПВХ, ну, надувная, другими словами, проще говоря, надувная лодка. Но это будет хорошего качества лодка, потому что для нас очень важно, чтобы было это безопасно, у нас детки, поэтому будем брать хорошую, очень такого хорошего качества лодку. Почему продали эту лодку, девчонки? Ну, особо не буду вдаваться в подробности, муж принял такое решение, что, ну, что вот он хочет другую лодку. Вот, поэтому продали. Поедем покупать новую лодку в другой город. Уже присмотрели вариант. Для нас очень важно, чтобы это была безопасная лодка, очень качественная. И чтобы она была новая, не БУ. Вот, поэтому поедем покупать скоро. А потом обязательно, конечно же, вам все расскажу, покажу. Ну, покажу, наверное, уже в следующем сезоне, когда мы спустим ее на воду. Еще, девчонки, от приятного к неприятному. Нашли мы, девчонки, нашего котика. Я в одном из влогов рассказывала, что у нас потерялся кот. Так вот, спустя, ну, уже сколько? Больше месяца прошло с того момента. В общем, нашли мы котика. Ну, нашли его неживого, девчонки. Котик наш погиб. Не буду рассказывать, опять же, не хочу вдаваться во все подробности, не хочу все это вспоминать. В общем, скажу только одно, что котик наш не живой. Тише, персик гавкает. Очень мы, конечно, расстроены, и я, и детки очень расстроены. Ну, вот так вот, девчонки, вот так получилось. Может быть, конечно, это и наша вина, может быть, плохо мы искали, нужно было лучше искать. Я, конечно же, виню себя, вот, и в том, что он убежал, и в том, что вот так вот получилось, что он погиб, что я его не нашла. Ну, вот так вот получилось, девчонки. Решила немножко, девчонки, себя ограничить в калориях, в потребляемых в еде немножко ограничить, потому что на днях мне тут прилетел комплимент. Не очень такой приятный для меня. Вот, поэтому, ну, как бы так подумала и решила, что, наверное, да, надо немножко взяться за себя. Ну, комплимент в том плане, что поправилась я. Ну, я сама знаю, девчонки, что я поправилась. Сама знаю. Причем хорошо так поправилась. Ну, что сделаешь? Люблю я покушать. Как говорит моя мама, хорошего человека должно быть много. У нас, девчонки, такой дубак, прям холодно. Были такие дни, даже когда было всего лишь плюс 2. Капец, плюс 2. Дубачина. Заморозков, конечно, еще не было.
Но холодно, и все вот эти дни прям дожди, дожди, дожди. Вроде к выходным нам сейчас обещают немножко потеплее. Сегодня, кстати, у нас пятница, 30 сентября. Вот, на выходных обещают нам потеплее будет. Сейчас пойду посушу волосы. Подумаю, может быть, гофрешку сделаю. Давно уже не делала волны. Я так люблю на волосах, когда волны, гофре. Обожаю прям. Но уже давно не делала. Я, кстати, девчонки, покрасилась. Такой темный цвет. Покрасила шоколад. Ну, уже подсмылся, конечно. Захотелось мне прям чего-то темного. Пойду сейчас сушиться. Сейчас доем творожок и пойду. Все, позавтракала я, пойду сейчас посушу волосы. Ну, видите в зеркале, как волосы отросли. Это я еще их немножко подстригла. Сама стригу кончики, девчонки. Не хожу никуда, ни в парикмахерскую никакую, сама кончики стригу. Длинные. Вчера готовила пирог, девчонки. Такой вот пирог из слоеного теста. Сейчас расскажу вам с чем. С курицей, тыквой и капусткой тушеной. Мне оставалось немножко капусты тушеной. Я готовила Миланушке вареники с капустой. Миланушке, нам всем, но в основном для Милашки. Она очень любит вареники с капустой. Прям обожает просто. До трясучки прям. И еще готовила колдуны по рецепту сестры моего мужа Иринки. Риша, привет. По твоему рецепту готовила колдуны. Колдуны, может быть, кто-то знает. Это кто-то знает, кто-то не знает. Это, знаете, такие как большие вареники. Или пельмени, нет, наверное, как большие вареники, они готовятся с фаршем мясным и с тушеной капустой. Фарш с капустой смешивается, очень вкусно получается. Так вот, готовила вот эти колдуны, готовила вареники, у меня осталось немножко капусты. Решила испечь пирог. У меня было тесто слоеное, дрожжевое. Я потушила немножко мяска куриного, добавила туда тыковку, все это дело потомила, потушила, добавила туда вот эту вот капустку тушеную, уже готовую, и забабахала пирог. Такой вкусный, девчонки, получился, обалденный. Даже дети, у меня даже Захарик, вот насколько Захарик, он не очень любит вот такое вот что-нибудь там, кабачки, тыкву и все прочее. Даже он покушал и оценил, сказал, что очень вкусно. Вот, сегодня, думаю, может быть, испеку пирог с картошкой, с тыквой и с капустой, опять же, такой, знаете, без мяса, овощной. Подумаю, посмотрю. Если будет вдохновение, то испеку. Забрала своего мальчугана, я со школы, идем домой. Сейчас будем кушать, готовить. Купила два лоточка куриного филе. Хочу отбивных сделать куриных сегодня, девчонки. Что, идем со школы. Сегодня нам уроки задали. Да, Захар? Будем сегодня уроки делать. Я на самом деле, девчонки, даже ждала, когда нам уже уроки зададут. Хочется уроки поделать, как будто мне задают. Давай, открывай калитку. Ну-ка. Силы-то есть? Посмотрите-ка. Посмотрите, что творится. Все усыпано яблоками. Вот это вот дело, все нужно собирать. Нашествие яблок. Сколько мы их собирали, собирали. Выбрасывали, выбрасывали. Все еще их столько много. Нашествие еще яблок. На дереве сколько. Это ужас просто. Я их уже столько много, девчонки, насушила. И вот столько их еще. Кошмар. Прям куча. Куча яблок. Прям яблочный такой год. На следующий год должно быть, по идее, меньше яблок. Потому что как-то говорят, что оно чередуется. Год яблочный, год не яблочный. Да, о, какое яблоко. Ну ты уж куда там бросаешь-то? Завтра у нас суббота. Вроде бы как должна быть такая более-менее сухая, теплая погода. Пойдем собирать яблоки. А завтра выходной. Выходной. Все со мной пойдете. Папа пойдет у нас и малину будет обрезать. Он уже больше половины пообрезал. Малины немножко ему там осталось проредить кустики. А мы пойдем с вами яблочки собирать. Что такое, Фоксик? А, Фоксик,
Мам, так вас Ваксик. Будет... Мам, так вас будет много, я с папой Ваксик. Буду отрезать малину. Ты мой хороший. Пришла девчонки в теплицу, собрала перчики, помидоры зеленые. Еще у меня, конечно, есть перцы на кустиках, даже еще кустики вот пытаются цвести, хотя у нас уже довольно холодно. Вот, ну, такие маленькие совсем перчики еще пооставляла. Может быть, и дойдут. На выходных обещают тепло у нас. Может быть, и дойдут. Так, что хочу? Сейчас соберу помидоры оставшиеся. У меня здесь черри. И, наверное, займусь теплицей. Повыдергиваю все вот эти кусты помидорные. Там у меня 2 куста огурцов. Нужно тоже все это дело выдернуть. Петрушка стоит. Ну, петрушку я не буду срезать, она уже грубая. Вот, наверное, сейчас все это дело повыдергиваю. Оставлю только перцы. И начну вскапывать тепличку. Может быть, не сегодня, конечно, вскапывать буду. Но, по крайней мере, хотя бы все это дело сейчас вынесу. Вот, подготовлю для того, чтобы вскапывать. Уже кусты, конечно, такие прям получерные, но помидорчиков там полно. Видно вам, не видно будет, полно. Прям надо будет сейчас все хорошенько обобрать, все помидорки. Жду, сейчас должна приехать дочь моя старшая. Приедет к нам жить. Девчонки, пока не знаю, насколько, но бывает такое иногда, что она возвращается к нам. Конечно же, не буду вас посвящать во все подробности, почему и зачем. Ну, вот так вот. Сегодня приедет с вещами. Весело у нас теперь будет. Это откуда это такую красивую тетеньку к нам занесло? Ты погостить или навсегда? Я из города, мамочка, приехала. А что это мы тут делаем? Готовимся. Готовим. Это ты вот это вот будешь кушать сейчас, да? Мама такую вкуснятину ведь приготовила. Курочку с картошечкой, с тыковкой запекла. Такую вкуснотищу она... Это моя. Она вот это вот будет кушать, представляете, девчонки? Роллтон. Ё-моё. Курочка моя, я ее буду... Здесь как раз вот твоя порция осталась. Да, девчонки, такая вкуснота получилась. Филешки куриные сделала с помидоркой, с тыковкой, с картошечкой, с лучком запекла. Такая вкуснотища. Это вот твоя порция осталась, доченька. А можно доширак помидорку добавить туда? В доширак помидорку? Да ты моя гурманка. Конечно, можно. Ура! Ку-ку, крошка. Чем занята? Да я в Телеграме сидела, он мне мило рисунок делает. Тут что стих? Она тут такого интересного рисует? Что за стих? Это я писала. Ты стихи у меня пишешь? А тебе все сказать. Ты думаешь, почему я тебя в блокнотике прятала всегда? Почитай. Сейчас, ага. Нет, не буду я тебя читать, это личное. Личное? Да. Очень интересно. Мне теперь прям интересно, что за стихи такие. Любовные? Нет, не сказала бы. Они такие, знаешь, какие? Трагичные. Трагичные? Ну, как-то прям это. Как хочется почитать. А я тебе не дам читать. Ясно. Мы тут с Миланой рисуем, она мне тут здесь показывала рисунки, здесь. Темнота у вас такая, чего вы свет-то не включаете? Знаешь, про кого? Про Корнеич смотрит, Лунтика. Ты Лунтика смотришь? Да, ты мой хороший. Теперь ты привыкла уже. Здесь у них своя тусовка. Это моя кошечка. Да она тут лежит, балдеет в креселке. С игрушечкой. Балдежница моя. Ой, ты моя кисочка. Как она любит это кресло. Это вообще она прям обожает. Причем она любит в этом кресле именно качаться. Она даже иногда специально выпрыгивает. И потом запрыгивает обратно, чтобы оно раскачалось, это кресло. Прям вот очень нравится ей качаться. Милашка ее подходит, раскачивает. Да, Дотя? Колыбелька. Колыбелька. Прям вообще обожает. Причем, когда это кресло стояло внизу на первом этаже, она так, как бы, вообще в нем время не проводила. Когда подняли на второй этаж вот кресло, все, она только здесь теперь, только тут. Это ее место. У нее здесь пледик, матрасик. И вот она наяривается. Грубо красавица. Кисуленька моя. Масечка, Мася, Масюша моя.
Масюша. Персик, а мы с тобой вдвоем. Масюленька. Да я не нужен. Сладенькая.